Remain your funny Valentine. Don't go and leave me. And please don't drive me blind. Don't go and leave me. And please don't drive me blind. Ребят, всем привет! По многочисленным заявкам из людей, перешедших в приложение 2GIS, мою подборочку, люди просили осветить парк 300-летия. Да я, если честно, сам не против, давно собирался. Мне еще сегодня Моисей будет помогать. Но пойдемте, я вам для начала проведу краткий экскурс по этому замечательному месту. Ведь здесь можно не только на велике кататься и трюки делать, но и просто круто провести время. Пойдем. При входе в парк располагается мини-парк аттракционов, поэтому если вы пришли сюда с личиносами, вам будет куда их сплавить. И спокойно заняться своими делами. Я здесь катаюсь уже больше 8, наверное, лет. За это время здесь уже 2 парка здесь было. BMX скейт-парк, они перестраивались. Сейчас здесь вторая его итерация, немного потрепанная, но все еще живая. Ну, для тех, кто любит стрит, тут тоже есть чем заняться. Смотрите, какие шикарные парапеты. Длинные ступени есть для тех, кто смелый и умеет гэпать. И, в общем-то, для тех, кто приезжает сюда на обычном велосипеде, а не на трюковом, а я сегодня приехал сюда сразу с 2 великами, у меня BMX After Wolf и мой велосипед. Также я сегодня узнаю мнение Моисея по поводу этого комплита. Даже на лыжах с колесиками здесь можно покататься, но, естественно, не по вот таким дорожкам проселочным, а по асфальтированным. В принципе, можно просто посидеть, устроить пикничок, главное, не полить и сильно газоны, наверное, лучше даже этого не делать. Пикничок не значит шашлычок. Здесь регулярно проводится событие ВК-фест, на котором я был в этом году. Народу было столько, что в этом огромном месте было просто не протолкнуться. Реально не протолкнуться. Но это отличная вообще территория для того, чтобы проводить мероприятия, я считаю. Можно очень сильно разграничить разные виды людей. И что самое невероятное и классное, здесь есть выход к Финскому заливу. Парк благоустроен, очень круто, довольно-таки все свежее, не разбитое, не раздроченное, скамейки все целые, мусорки не разбиты. В общем-то, гоп-компании здесь, если и бывают, то крайне редко. Довольно-таки культурное место. Здесь из интересного куча фонтанов, самых разнообразных. В эпическую жару можно охладиться, в день ВДВ можно искупнуться. А так, в принципе, обычным нормальным людям можно просто полюбоваться. Камера, мотор. Смотри, поехали. Трешка уже не первая вот итерация парка, мы сейчас видим. Когда-то здесь был другой парк. Он был вроде бы меньше, но по кругу кататься в нем было гораздо проще. Да, но то, во-первых, круто, что этот парк есть, но даже что первая версия 300-летия, что вторая версия, вот эта, да, скейт-парк, не очень продуманная, вот, но первая, по-моему, была, ну, она как-то была поинтереснее, да, но все равно можно было доработать что первую, что вторую. И там можно было поехать весь парк, не крутя педали. Да, да, можно было прямо линии накатывать. Здесь, конечно, этого уже нету, к сожалению. Здесь линию не накатать. Либо нужно кататься маленькими отрывками. С одной стороны, это разделяет аудиторию, а с другой стороны, довольно-таки сложно. Потому что, например, вот эта линия, она странная, она пересекается с стрит-зоной. Для того, чтобы сделать трюк в стрит-зоне, тебе нужно развернуться в коттере, прыгнуть, и ты на приземлении пересекаешь другую линию. Да, не продумано, но вообще здесь должна быть еще одна дополнительная фигура. Вот, насколько я слышал, не хватило бюджета на ее исполнение, так сказать. Было бы с ней, конечно, поинтереснее, но все равно ломаные линии. Помнишь, был такой парк «Лето»? Как ты думаешь, для обучения трюкам, вот для прогресса, что лучше? Ну, допустим, лето еще есть. Лето или трешка? Для BMX-катания, именно для паркового, естественно, лето было круче. 15 радиусов, здесь 3 больших радиуса, поэтому для BMX там было круче. Вот, но стрит-райдерам, именно BMX-ерам, здесь, конечно, интересней. Ну, тут есть подкаты, гриндбоксы. Ну, да, есть хоть... И, в принципе, общий уровень фигур в плане качества здесь намного выше, чем в лето. Да, естественно. Лето раздрочилось вообще моментально. Ну, как считаешь, для новичка этот парк годится? Вот купил чек, велосипед, комплит и приехал задрачивать базу. Базу он поднимет, но очень многие трюки он здесь, конечно, не выучит, потому что некоторые фигуры, конечно, вообще не подходят. Вроде бы есть вылет на стол, но места там почти нет. Соответственно, амплитудно ты ничего не научишься делать. Да, да. Есть фанбокс, но он с горбатым приземлением. Опять же, для
трюков на стол, он не подходит. Он для того, чтобы делать трюки через стол. Да. Есть гриндбоксы, они в порядке, к ним претензий нету. Есть подкат с вылетом на стол, к нему вроде бы тоже претензий нету. Но из-за того, что он пересекается дальше с другой линией, то, соответственно, ты приземляешься, и дальше начинается адский стресс, уклонение от самокатеров и так далее. Да, самокатеры, их много. Какой трюк! Вы видели? Антон катается. Как же это все-таки? Надо, чтобы он катался чаще. Более подробный технический разбор состояния фигур будет на канале Паши. Ссылочка будет в конце ролика. Обязательно переходите. Мы там очень детально разберем каждую фигуру. Я в основном катаюсь в тризоне. И как бы начинается все хорошо. Тут есть рейл, которым я не пользуюсь, потому что у меня нет пек. Но здесь есть два подката, которые с плавным заездом. Это супер круто и удобно. И с них можно делать трюки, я с них тут даже линию одну оформил. Состояние фигур удовлетворительное. Они покоцанные, но кататься это на самом деле не мешает. Дальше с этого подката ты едешь, у тебя как бы есть вариант развернуться вот в том радиусе и поехать дальше делать трюки в скат. Но вот здесь вот и начинаются проблемы этого парка. То, что очень много народу катается именно на этой линии с маленькими квотерами, там хип, и прыгают на стол. И здесь прыгают на стол или гриндят, и в итоге все здесь встречаются. И поэтому, если в парке куча народу, а парк пользуется спросом, ты по-любому будешь вынужден все время всех объезжать. Вот эта фигура, связанная с дропами, где у нас лица разбивались на шоу, и трюки делали сложные, она контест уровня, я так считаю, просто так. Желающих тут в очереди не стоит разгоняться и дропать туда с 1.5 метров на плашку. Для дропов на плашку здесь есть другое место, мне оно реально нравится, я там трешку делал. Это вот здесь, конец стола. То, что вы долетите вот до этого бордюра, это 100%, потому что разогнаться все равно придется. За это бояться не нужно. Трава смягчает приему, но можно попасть в какие-то ямки. Ну, в любом случае, психологически сюда как бы проще делать, чем на асфальт. По крайней мере, если вы упадете, обдеретесь не сильно. Вот, собственно, мой любимый подкат. Он хорош всем, кроме того, что ты там дальше влетаешь в кого-то. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы он был децл порезче, потому что ну, было бы поудобнее немножко прыгать трюки. Повыше были бы они, и как бы арсенал трюков был бы велик. Но, например, Моисею ничего не мешает делать дабл тейл-лип или 720 этого подкат, ну, по крайней мере, пытаться это сделать. Далее здесь идет квотер маленький. Хип. Стол там слишком мелкий для велосипеда, но тэп можно сделать. Состояние очень плохое. Тут дырки, тут можно разбить лицо, тут шатающийся колпинг. В общем, фигура явно нуждается в ремонте, но она на своем месте стоит. Разгонка и трансфер только для ребят с контролем. Мне эта фигура категорически не нравится, я на ней 2 раза вылетел. Понял, что там очень узко, если бы у меня был бы 26 МТБ, было бы еще неприятней. И, в общем, любое желание и настроение кататься здесь у меня пропало давным-давно, и так заново и не появилось. А что касается фанбокса, я не люблю горбатые фанбоксы. Мой уровень – это уровень вечного новичка, а вечному новичку нужен плоский стол, чтобы учиться делать всякие дурацкие трюки. Здесь у меня такой возможности нету, и опять же, эта разгонка полностью убивает желание у меня кататься на этой фигуре. Вот эта гриндовая секция мне очень нравится, на ней действительно можно многому научиться, она прикольная, она ну, более или менее в удовлетворительном состоянии до сих пор находится. В принципе, после гринда можно еще что-то на подкате сделать. А вот та фигура, которая стоит за гриндбоксами, просто так на ней ты не будешь кататься, ничего ты толком на ней делать не будешь, она тупиковая, она мешает тебе ездить между квотером, подкатом, в общем, логику парка она полностью разбивает. Вот дальше идут 2 квотера больших, вылет на стол там есть, и стол маленький, что-то получить можно, но как-то особо меня это все не вдохновляет. Хоть старые трехи тоже были проблемы, их было много, но как по мне, старая треха была лучше. Можно было ездить по кругу, можно было делать трюки на стол, можно было делать трюки с подката, можно было делать всякие линии, и при этом, при всем, если ты начинаешь ехать по кругу, начинаешь ну, ездить по всему парку, все это видят. Нету такого, что ты как черт нахрен из табакерки вылетел и в кого-то вылетел. А здесь это сплошь и рядом. И детям было тяжело кататься в той трехе, они меньше мешали. А здесь прям для них раздолье настоящее. Не то чтобы я против детей,
но я против того, чтобы они мешали кататься большим дядям. Ну что, Паш, как велик тебе? Велосипед очень крутой. Вот я покатался на нем, в принципе, уже достаточное количество времени и понял, что он даже не только для новичков подойдет, а для ребят уже, кто со средним уровнем, так что... Ну, для среднего уровня, мне кажется, надо уже какие-то апгрейды небольшие делать, но в общем и целом, как бы, да, годится. Но для новичков это 100% прямо очень хороший вариант. Единственное, что руль надо пилить, а руль реально широкий. Да, но это, опять же, на любителя, просто некоторые любят прям, когда действительно широкий руль. Да, ссылка на велик останется в описании. Ребят, у нас есть еще, на самом деле, прикольная новость для вас. Да, приложение 2GIS, с которым я сотрудничаю, в нем есть подборка парков, которые мы с Пашей инспектируем. И некоторые места еще не вошли в ролики, мы только планируем их снимать, они все здесь есть, подборка пополняется для самых разных видов катания, плюс, естественно, не только катательная инфраструктура там освещается, но и всякие бизнес-решения, компании, фирмы, ссылочка будет в описании. Да, так что смело скачивайте и пользуйтесь, это прикольная штука. А мы с вами прощаемся, увидимся в следующем спот-чеке, с вами был Антон Степанов, Павел Терентьев, ссылка на Пашин канал будет в конце ролика, переходите, там будет подробнейшая профессиональная оценка фигур парка, обязательно зацените. Обязательно зацените, да, спасибо большое.